Думал, что в свертке большой кусок мяса. В микрорайоне Вышка-2 местные жители обнаружили труп 65-летней женщины, завернутый в пакет. Подозреваемого задержали по горячим следам. Мужчина в содеянном не признается. Говорит, что большой сверток когда-то притащил домой с мусорки и не знал, что внутри. Но затем находка стала источать неприятный запах, поэтому понес ее обратно на свалку. Подробности истории узнал Евгений Гуляев. Улица Гашкова, микрорайон Вышка-2. Труп, завернутый в черный целлофановый пакет, обнаружили в одном из мусорных баков, расположенных аккурат между школой и детским садом. Личность погибшей установили – это 65-летняя местная жительница. На теле множественные травмы. По данному факту возбудили уголовное дело. Правоохранители установили, что женщина могла распивать алкоголь в доме, расположенном по соседству. В одной из квартир обнаружили следы крови. Хозяина задержали. 64-летний пермяк вину свою не признал, однако рассказал следователям историю о странной находке. Слов подозреваемого, в одном из мусорных контейнеров он обнаружил мешки с мясом, среди которых был и вот указанный пакет, в котором впоследствии была обнаружена погибшая. То есть он данные мешки принес домой, положил на балкон, так на балконе холодно. Впоследствии, со слов подозреваемого, стало пахнуть мясо, и он вынес его на улицу. Сейчас идет проверка, назначены необходимые экспертизы. Немного света на темную историю пролил один из приятелей подозреваемого. Завсегдатай местных мусорок Александр Гончарук сообщил нам, что труп на балконе обнаружила их общая знакомая, заглянувшая в гости. Тело, завернутое в ковер, пролежало там довольно долго. На балконе он самый показал. Она пошла забрать кастрюльку с едой и увидела. И увидела, что нога там в пакете в черном целлофане. Он меня звал, чтобы я помог его вынести. Я говорю, я не пойду. Не пойду вынести. Я говорю, я не пойду, говорю, все. Потом он ее в мусорку выкинул. Также Александр рассказал, как могло быть совершено убийство. Предположительно, задержанный в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения и убил женщину, возможно, неумышленно. Да он ее ударил, она виском ударилась и все. Ну это он так рассказал. А как на самом деле? Также восстановить картину поможет и запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как пожилой человек тащит за собой тяжелый сверток. Задержанному уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения – арест на 2 месяца. Свою вину подозреваемый отрицает. Гражданку, я не знаю. Мотивы преступления у меня никаких не было. Я ее ни разу не видел, вообще не знаю, кто такая. Человека я не убивал. Следователи сообщили, что подозреваемый ранее уже отбывал срок в тюрьме за убийство. Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет. Евгений Гуляев, Валерий Шукунов, телевизионная служба новостей.